Ольга Бергольц. Разговор с соседкой. Дарья Власьевна, соседка по квартире, сядем, побеседуем вдвоем. Знаешь, будем говорить о мире, о желанном мире, о своем. Вот мы прожили почти полгода. 1,5 суток длится бой. Тяжелые страдания народа. Дарья Власьевна с тобой. О, ночное, воющее небо, дрожь земли, обвал невдалеке. Бедный ленинградский ломтик хлеба, он почти не весит на руке. Для того, чтобы жить в кольце блокады, ежедневно смертный слышит свист. Сколько силы нам, соседка, надо. Сколько ненависти и любви. Столько, что минутами в смятенье ты сама себя не узнаешь. Вынесу ли? Хватит ли терпенья? Вынесешь, дотерпишь, доживешь. Дарья Власьевна, еще немного, день придет. Над нашей головой пролетит последняя тревога. И последний прозвучит отбой. И какой далекой, давней-давней нам с тобой покажется война. В миг, когда толкнем рукою ставни, сдернем шторы черные с окна. Пусть жилище светится и дышит, полнится покоем и весной. Плачьте тише. Смейтесь тише, тише. Будем наслаждаться тишиной. Будем свежий хлеб ломать руками, темно-золотистый и ржаной. Медленно, крупными глотками будем пить румяное вино. А тебе, да ведь тебе ж поставят памятник на площади большой. Нержавеющей, бессмертной сталью облик твой запечатлят простой. Вот такой же, исхудавший, смелый, в наскоро повязанном платке. Вот такой, когда под артобстрелом ты идешь с кошелкой в руке. Дарья Власьевна, твоею силой будет вся земля обновлена. Этой силе имя есть — Россия. Стой же и мужайся, как она.